Эра высоких скоростей и технологий настраивает транспортные компании на решительные действия. Пассажир 21 века стал разборчив и требователен к перевозчику, и эта требовательность усиливает конкуренцию. Мы ценим скорость и не любим ждать, а если и приходится, предпочитаем проводить время с пользой и удовольствием. Мы живем в эпоху цифровых технологий и не видим смысла стоять в очередях за билетами. Мы хотим, чтобы наше перемещение было безопасным, а техника – надежной и современной. Мы хотим, чтобы было удобно передвигаться пассажирам с детьми и людям с ограниченными возможностями. Мы любим чистоту и порядок, предпочитаем перемещаться налегке, не думая о багаже. Предпочтение пассажиров – руководство к действию для перевозчика. Каким должен быть транспорт в 21 веке? На что делают ставку пассажирские компании? Как сократить расстояние между городами? Как сделать Россию комфортнее и ближе? Желаем вам конструктивного диалога!